Все? Снимаешь? Да. Всем салам алейкум, друзья. Сегодня у нас будет обзор на ВАЗ-2304, в которую вложили очень много денег и сил. Ролик будет, сразу же говорю, очень коротким, потому что об этой машине практически нечего говорить, а также никакого интервью с хозяином этой машины не будет. Эту машину я купил за 190 тысяч рублей у Климон Тюнинг. Машину я взял, чтобы ее разыграть. Если вы хотите себе эту тачку, то по ссылке в описании переходите на мою страницу в Инстаграме, подписывайтесь на нее и на всех, кто находится в разделе подписки. Но это пока мой конкурс идет. Может быть, вы смотрите тогда, когда уже закончился конкурс. И смысла подписываться на мои подписки нет никакого. Такой вот ночной, короче, обзорчик. Чтобы вы понимали, друзья, в этой машине 200 килограммов шумки. А именно. Она натуре. Я тебе говорю. Пальцы можно себе сломать. 200 килограммов шумки. Вы только представьте себе, как это много. Во все щели просто ее засунули. Во все щели эту шумку. Акцентировалось внимание в этой машине именно на музыку. Здесь стояло оборудование на 300 тысяч рублей. Когда я ее купил, естественно, музыку сняли и чисто там на дверях оставили, да, колонки. Плюс-минус более-менее играет сейчас. На моей приоре, честно сказать, получше музончик. Итак, мы находимся в салоне этой четверки. Здесь очень красиво, прям четко все выглядит. Единственное, панельку нужно чуть закрепить. Тут ее снимали, одевали, поэтому она так немножко колхозно выглядит. Чтобы завести машину, нам нужно. Получается, здесь на ключике есть такая штука. Ее нужно преподнести вот сюда. Два писка таких, пип-пип. И можно нажимать на кнопку старт-стоп. И в то же время нужно нажимать на тормоз. Так, отлично. Приборка полностью работает. Бензин все четко показывает. Отлично. Трогаемся. Несмотря на то, что здесь огромное количество шумки, в машине все равно шумно. Но это понятное дело, потому что шумку делали специально для музыки, а не для того, чтобы здесь было тихо. Рассказывать о технических характеристиках этого автомобиля я не буду, потому что, ну, все знают, что такое четверка. Четырехступенчатая коробка передач, инжекторный двигатель именно здесь. Это, по-моему, машина 2006 года. Эту машину собирали с кузова. То есть взяли отдельно кузов за 40 тысяч рублей. Там, короче, все-все-все делали с нуля прям. Собирали, сделали, как по мне, идеально. Получается, ПТС-ка была на кузове, и поэтому машина сейчас с документами полностью как положено, оформленная. Кстати, вот вам, друзья, кадр от первого лица. Многие просят, многие любят вот так вот показывать, куда я еду, как я еду. Приборка полностью работает как положено. Единственное, я не знаю, есть ли здесь чек. Здесь такое двоякое ощущение. С одной стороны, ты понимаешь, что ты находишься в старом ВАЗовском автомобиле. А с другой стороны, здесь немножко такой вот комфорт из-за тонировки, из-за этой приборки с обшивками. Также стеклоподъемник К4. Ощущение такое приятное. Друзья, недавно всеми известный сайт 1X стал официальным партнером таких футбольных клубов, как Барселона и Ливерпуль. Ссылка в закрепленном комментарии. Переходите и регистрируйтесь. Ладно, пошли смотреть обзор. Сюда вложили душу, потому что машину собирали для себя. На ней вполне комфортно можно передвигаться. Ну, конечно, АвтоВАЗ по-любому будет давать о себе знать. Но все же, внимание людей. Вот именно здесь, в Махачкале, я не знаю, как в других городах, но тут, в Махачкале, жестоким образом на эту машину обращают внимание. Люди все смотрят, люди все пальцем показывают, особенно молодежь. И поэтому я думаю, то, что вам будет интересна эта машина, потому что меня тоже в основном смотрит молодежь. Чтобы ее забрать, я уже сказал, что нужно будет сделать. Также по поводу спонсорства, если вы хотите стать спонсором этого конкурса и набрать от 10 до 15 тысяч подписчиков, то тоже пишите ко мне в директ в Инстаграме. Ну, либо там номер менеджера указан и так далее, короче. 4 вспышки здесь спереди тоже стоят. Ну, о вспышках сейчас не будем разговаривать. Здесь таких мелочей, как вспышки, сотни. Сотни таких мелочей. Тяги у этой машины, конечно же, нет. 200 килограммов шумки, как-никак. Вообще, четверка, машина грузовая, поэтому она как бы должна тянуть.
Тут еще сверху есть такие, как их называют, ну, крепления, чтобы туда можно багажник. Было. Ну, хорошо, пускай будет багажник. Руль крутить очень тяжело без электроусилителя, потому что все-таки машина сейчас тяжелая, а также здесь рельсы. Со штампами было легче крутить руль. Ну, на ходу еще можно, а так, если машина стоит и ты крутишь руль на каком-нибудь повороте, то можно себе вообще руки накачать. Зеркала здесь стоят не четверочные, а, ну, бывает же, типа, тюнинг автовазовский, тюнинг запчасти, где продаются, вон там бывают обычно такие зеркала. Через них, ну, более-менее что-то хоть можно разглядеть. Езжай, езжай, езжай. Это что было? По техническим характеристикам здесь ничего практически не делали, коробка, мотор родные. Поэтому вы можете поучаствовать все-таки в моем конкурсе, и может удача вам обернется, и вы выиграете эту машину. Кто бы не хотел бесплатно получить себе эту тачку? Вы не должны ни за что платить, вы просто участвуете в конкурсе, там подписываетесь, да, на спонсоров, в прямом эфире будут результаты, и рандомным образом мы выберем победителя. Представь себе, вот выиграл ты эту тачку, что бы ты с ней сделал, напиши в комментариях. Вот этот звук, он мне с детства прям вот автоваз, бывает же семерка, шестерка. Так, мы сейчас едем по бездорожью, в принципе, на рельсах жалко, конечно, но едет нормально, не очень жестко. Здесь стоят рельсы, 17 радиус, это мои личные колеса, которые я покупал за 30 тысяч рублей. Честно сказать, изначально эти диски я брал для приоры. Но все-таки машина такая жесткая стала, и чуть неприятно было ездить, потому что я свою приору буду турбировать. Кстати, проект с моей приорой, вот вообще все, что я там делаю, вы можете посмотреть на моем втором канале. Это будет самая популярная и самая лучшая приора во всем мире. Ну, по крайней мере, в планах у меня такое. Вон, посмотрите, как выглядит обычная ВАЗ-2704. Это, блин, разница небо и земля просто. Моментами на эту машину обращают больше внимания, чем на C-шку 6.3, M5, F90 и так далее. Потому что, ну, M5, F90, допустим, в городе можно увидеть, посмотреть. Ну, типа, вы знаете, что такая машина существует. А это что-то такое необычное, бывает же. Вот то, к чему вы вообще не привыкли. То есть, такую машину реально нигде не найдешь, нигде не увидишь. Именно такую. Именно вот так вот сделанную. Мне очень нравится салон в этой тачке. Приборная панель, она стоит от приоры, но ее доработали, чтобы она запускалась интересно, чтобы свет был. Также сам моддинг сделан, типа экранчик с тонировкой, и внутри вот по-темному чисто стрелки, чисто цифры. Смотрится достаточно круто, реально круто, вот, стоит отдать свое. Многие могут сказать, что это колхоз, но поверьте, я сталкивался с реальным колхозом, и это далеко не колхоз, потому что здесь все сделали, и по салону, и по внешке, все красиво, все бомбово, все четко, мне нравится. А машину из-за того, что разбирали, собирали, есть некоторые моменты, которые нужно чуть-чуть доработать, там что-то чуть-чуть отклеилось, что-то, ну, мелочи. Это только потому, что ее разбирали и собирали. Если бы ее оставили так, как есть, там выглядело бы все идеально. Здесь нанополики, тонировка, рельсы, покраска, вспышки, стеклоподъемники все четыре, сигнализация, полная обшивка салона, такие квадратики симпатичные. Сейчас я, если буду перечислять, я не закончу, потому что здесь столько всего сделано, здесь столько мелочей, я никогда не закончу это перечислять. Амортизаторы хорошие стоят здесь. Ну что, про заднюю часть раскачивать особо нечего, потому что здесь все полный сток. Кстати, багажник тоже с кнопочкой аккуратно открывается, закрывается. Газовые упоры тоже есть здесь, которые вот, ну вот, сейчас продемонстрирую, да. Здесь просто бардак в багажнике, не обращайте внимания. Это старая приборка тут. То есть вот, все четко. Просто посмотрите, как идеально закрываются двери. Несмотря на то, что они тяжелые, закрывается все идеально, потому что замки хорошие, все сделали четко, нету ни одной моросящей двери, ручки все работают, работают идеально, да даже с завода так идеально не открываются у четверки двери. Халявщикам сразу скажу, газа нет, к сожалению, ну или к счастью, потому что ни для кого не секрет, что бензиновый двигатель
без газа живет дольше. Итак, я сейчас сижу в салоне этой машины, и мне здесь безумно приятно. Ночью это не передать. Это приборка, это вот все вместе взятое, вот музыка. Вижу еще эти стеклоподъемники, у меня вообще мозг переворачивается. Я не верю, что я сижу в четверке. Единственный момент, единственное, что здесь не хватает, это обшивка потолка. Здесь у нас чисто голяком шумка. Вот, но все равно, несмотря на это, здесь просто четко сидится. Четко. У меня эмоции, реальные эмоции. Я не верю, блин, как? Просто как четверка может быть такой? Я видел много разных машин. Вот мы снимали, допустим, обзор на Приору AMG. Если что, посмотрите. Достаточно красивая машина, но по салону у нее был полный сток. Даже хуже, чем полный сток. Ну, такое себе, да? Ни А, ни Б. А здесь и внешка бомбовая, и салон бомбовый. Просто каша. Каша. Ладно, друзья, тут не нужно много лишних слов. Я коротко рассказал вам об этой машине. И на этом я, наверное, закончу сегодняшний видеоролик. Оставляйте креатив в комментариях. Выигрывайте деньги. Также участвуйте в моем конкурсе. Всем спасибо. Всем пока.